сладко. Когда в праздничном зале появляется он, хочется закричать именно это. Свадебный торт – предмет культовый. Хотя праздничные сладости однозначно дело вкуса, но и на них влияет капризная мода. Сейчас есть тенденция к высоким и узким тортам. Немногие кондитеры умеют это делать. Есть определенные хитрости, техники, которые позволяют закрепить так, чтобы главный герой свадебного дня не упал в самый ответственный момент. В этом сезоне, конечно, популярные цветочные тенденции – это красивые кэнди-бары, торты с цветами. Используются как свежие цветы, так и цветы из пластичного шоколада, также цветы из мастики. Приветствуются, конечно, голые торты, красивые бисквиты, обмазанные сливочным кремом, стекающим шоколадом и свежими ягодами. Как говорится, совершенству нет предела, а фантазии молодоженов и подавно, так что некоторые десерты поражают воображение. В моде сейчас мраморная заливка торта. Сладость получается яркая и аппетитная. А вот что из себя представляют свадебные десерты знаменитостей, торжество кондитеров или верх безвкусицы, решайте сами. Например, свадебный торт президента США Дональда Трампа и Мелании украшали 3000 кремовых роз с золотыми узорами. А в Англии на выставку испекли десерт с декором из 2000 бриллиантов. На реальной свадьбе так сорить финансами вряд ли кто-то рискнет. Зато сладкая альтернатива тортам – кэнди-бары – у молодоженов пользуется популярностью. Радоваться целому столу с красивыми десертами будут и взрослые, и дети. Чтобы не запачкаться, делаются маленькие конфеты, а летом приветствуется клубника в шоколаде. Также маленькие птифуры, кейк-попсы, капкейки и все, что может разнообразить ваш стол. То есть в основном это кремовые, бисквитные десерты. Сейчас мы стараемся делать кэнди-бар не просто какой-то стол, оформленный разными десертами, цветами, а стараемся делать небольшие фотозоны, уголки. То есть это на разных уровнях расположенные десерты, может быть какие-то подставки, стойки, чтобы это выглядело, чтобы молодожены могли туда зайти, сфотографироваться и точно так же гости. Чтобы у гостей осталось на память что-то помимо снимков, некоторые молодожены одаривают друзей и близких. В качестве презентов главную роль снова играют сладости. Уже второй год мы делаем фирменные подарки для гостей молодоженов. Это, как правило, по дизайну они перекликаются с пригласительными, например, или с платьем невесты. И так далее. В большинстве случаев заказывают пряники сладкие, вкусные пряники по 100, 150-200 штук каждому гостю, иногда по несколько пряников. Принято, как правило, делать их в виде сердечек, можно какую-то благодарность написать. Часто пишут даже имена, можно сделать различные аппликации ангелочков, либо, может быть, какой-нибудь интересный логотип именно самой семьи. Такие сладкие шедевры на свадьбе, конечно, не гарантируют счастливой семейной жизни, зато приятные воспоминания к гостям и виновникам торжества обеспечены.